Всем привет, друзья! С вами я, Олежа. Ага, он самый. И Сережа, которого вы только что могли лицезреть. И сегодня у нас максимально необычное видео, хотя бы только потому, что оно про приготовление пищи. Сегодня мы будем готовить куриное филе, запеченное сыром и помидорами. Между прочим, курочка у нас будет в панировочке, которую мы купили. Если что, с курицей мы будем есть бич-пакеты Ролтон. Обратите внимание, они у нас без тары, потому что мы можем себе позволить посуду. Вы увидите, как я испорчу эту лапшу сегодня. Хорошие кусочки. Я не хочу ими с тобой делиться. А хуй тебе. Сколько ты мне скинешь? Я подумаю. Зависит от твоего уровня, насколько ты сильно испортишь еду. Итак, во-первых, перед тем, как мы приступим к тому, чтобы курочку засовывать в нашу панировочку от Маги. Реклама. Это не реклама. Переверни приду. Там открыто снизу. Мы сначала готовим основу из яйца, которая у нас, собственно, будет прилипать наша панировочка. Мы берем одно яичко. Видали? Я умею готовить. У меня желток не сломался. Он такой. Мне похуй, я чутка баклажанов добавлю в яйца. Не делай этого, отдумайся. Почему? Да потому что ты придурок, бля. Почему? Я возьму только соус, который стек, потому что баклажаны, они тут в томатном соусе. Мы буквально чутка добавляем, чисто для аромата. Мы берем специи для шашлыка и чутка сюда сыпем. Если что, это рецепты для ебланов, которые нашли чуть-чуть денег. Следующее, что мы добавляем, приправа, мясо на гриле. Давайте посмотрим, как оно все портит. Хмели сунели, к сожалению, у нас нет. Кто знает отсылку, тот молодец. Мы берем специальную вилочку с тремя зубчиками. Протыкаем в первую очередь желток и начинаем болтать. Как говорится в простонародье, похуй. Мы делаем небольшие надрезики сверху, для того, чтобы она смогла пропечься. А снизу мы делаем надрезики вдоль. Когда мы сделали надрезы на нашей курочке, мы ее окунаем в яичко, все, она у нас пропиталась. После этого мы берем, кидаем ее в нашу панировочку. Итак, проделываем с четырьмя кусками, да? Да. Мы проделали эту работу с четырьмя кусочками. А что делать-то, блядь? Кидать внутрь, блядь, что еще делать? Понятно. Мы все испортим. Итак, мы сложили их в пакет. Я иду и снова мою ручки. У нас получится очень вкусно, и мы ни в коем случае не облажаемся. Ну я нет, ты да. Мы нарезали помидор хуёвой сикой-снякой снова, мы его положили сверху курочки. И следующее, что мы будем делать? Мы не будем сильно стараться над тем, чтобы мыть доску, потому что нам глубоко похуй. Нам похуй! Для этого блюда я возьму сыр голландский. Не реклама продукта. И начну его тереть. Медленно, но верно. Прожимаясь. Чтобы он знал свое место. Чтобы он понимал то, что главный над ним и доминирующий я. Я повар. И я решаю, что и как с ним будет. Сука. Это спорт! Я дарю стиль тем, кому до него не дел. Вкусно, сэр? Нормально. Короче, как все мы знаем, Олег конченый. Пока ему что-то не напомнишь, он нихуя не сделает. В данный момент это запечатать вот этот пакетик. Но мне его не запечатать никак. Поэтому будь как будет. Я вещаю из того же места. Сейчас мы будем ставить чайник. Поставили чайник, он начинает кипятиться. В это время мы берем лапшу Ролтон по-домашнему. Куриная. А у меня две руки, я даже не снимаю.
Соси. Это реально! Тютелька в тютельку! Смотри, что этот придурок сделал, вообще конченый, самый-самый конченый человек. Он туда укропа добавил, укроп, понимаете, в дошик укроп, это что такое? Это для аромата. Что это нафиг это такое, аромата. Олег, блин? Сука тупая. Ты взял и испортил дошик, это, вот этого не надо было делать, ёлки-палки. Ладно, доёбочка прошла успешно. Дебил мой, блин. Значит, какая курочка? Мы это будем кушать. Смотри, какой Олег. Это мы будем ебать. Сопля не болит. Самая лучшая кулинарийка это я. Мы берем курочку и ставим ее в разогретую духовку. То-то-то-то. Будем надеяться, что пакет не расплавится и не распиздячит нам всю курицу. На моей кухне. Все устроено замечательно. Здесь нет ни единого плохого работника. Я подбираю каждого человека лично. Сегодня мы готовим курицу с роллтоном. И сейчас мы будем тушить роллтон в сковороде. Для этого мы берем, включаем сковороду. Включаем сковороду. Классно. Наливаем совершенно чуть-чуть маслица. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Мы чутка смазываем это маслице. Ждем. Совершенно чуть-чуть. Подождали чуть-чуть. Я не знаю, что сейчас за пиздец будет, серьезно говорю. Это какая-то хуйня. Я никогда таким не занимался. Но мы увидим, что это из себя представляет, когда ты тушишь, блядь, такое количество ебучей лапши быстрого приготовления. Мы также совершенно чуть-чуть добавим специи для пиццы. Я люблю специи. Специи задают вкусы. Аппетитно выглядит, не правда ли? Я советую для придания вкуса добавить чайную ложечку сыра хохла. Тут столько рекламы, блядь. Охуеть. Вот говно. Заебись. Никому не советую так делать. Не похуй. Всем привет! Сейчас мы будем вытаскивать курочку и смотреть, что с ней стало. Котлеты мы выкидываем на пол. Вам интересно, что случилось с курочкой? Мало кто знает. Но курица ряба, блять, не дожила до 14 лет. Бля. Большой мой. Было честно. Сейчас мы с Сергеем будем пробовать. Он наливает нам сок. Пытается. Вот такая вот у нас аппетитная курочка. Итак, повторюсь, здесь у нас специи для курицы Маги. Здесь у нас куриные грудки. При этом у нас сыр голландский. И помидорки. Получается вот такая вот аппетитная вещь. Лапша у нас обычный роллтон для богатых людей, которые могут себе позволить не покупать пластиковую тару, у которых есть своя собственная посуда. Ну и в лапшу было добавлено чуть-чуть сливочного сыра. Мы сейчас попробуем и вам расскажем, вкусно это или очень вкусно. Сергей, что вы скажете? Это офигенно. Лапша так себе, курица нормально. Ну вот, вы все слышали. У нас получилось вкусно. Очередь за вами. Готовьте и не стесняйтесь. Выгоняйте мать из квартиры и начинайте портить и посуду, и продукты питания, имеющиеся у вас дома. Да. Но это не последнее блюдо. Нас впереди ждет еще нечто. Поэтому оставайтесь с нами. Мы еще к вам вернемся.